Всем привет! Наступает Новый год, и вот я хотел вам снять такой новогодний обзор еще нескольких старых вещей. Ну, большинство старых. Ну вот, хотел бы вам вот показать. Надеюсь, кто не помнит. Кто не помнит, были же когда-то компакт-кассеты. Мы на них слушали песни, записывали на... Видите, вот магнитная лента. Раритет тоже. Ну и вот еще кассета есть. Вот. Ну, среди новых вещей есть разве что мой калькулятор. Вот сейчас. Это современный современный калькулятор вот со всеми различными вот функциями и режимами. Вот Casio. Калькуляторы Casio очень известны в мире. Вот. И очень удобен в пользовании. Вот. Вот, например. Вот такой вот калькулятор Casio, замечательный. В любом случае понадобится. Ну и еще раритеты дополнительные есть. Кто не помнит, это уже пленка от видеокассет, потому что это были аудиокассеты, вот. А это компакт-кассеты еще называемые. А вот это уже видеопленки, видеобобины такие вот. Вот, когда-то мы тоже на их видео смотрели. Вот. Некоторые мои кассеты оцифровать уже надо давно. Вот. Вот. Вот такая вот лента. Пленка магнитная. И еще вот одна видеокассета. Вот сколько ленты намотано на ней. На бобину. Вот. Кассеты ж были громоздкими. Но сейчас, слава богу, есть DVD. Так что кассеты только воспоминания. Вот. Так что, посмотрев этот обзор, вы вспомните... Вспомните свое там детство и юность 90-х годах, когда еще все было аналоговым. Напоследок выставлю на показ все эти вещи вместе в один ряд. Ну вот, в общем-то, и все. Поздравляю всех с Новым годом. Это вам как подарок к Новому году я снял. Все эти вот раритеты и современный калькулятор. Вот. Всех с Новым годом, с наступающими праздниками. Обзор на этом я завершаю. Все.